Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, от канала Куплинов Плей. Я уж не знаю, почему здесь нет музыки, возможно, появится. Но сегодня будем лечить свое безязыковое меньшинство и будем учить сегодня японский язык. Потому что английский мы уже знаем в совершенстве, русский, в принципе, вообще без вопросов. Аж, может быть, даже два русских. А вот с японским, короче, как-то не очень пока что, потому что, в принципе, для меня вот это вот... О, нихрена. Для меня вот это вот, это просто что-то типа смайлика, глаза какие-то сзади, чувак, это щека. Это типа глаза, прическа и две руки, и чувак что-то там типа держит. Для меня это просто смайлик, но для кого-то это, скорее всего, буквы, поэтому будем приобщаться к этому делу. Давайте это дело... Кого? Что? Чего она сказала сейчас? Ночь... интерфейс языка, все понял, английский, все, хорошо, согласен. А можно его выбрать и... О, спасибо. Так, ну поехали. Кончива? Кончива, это, по-моему, здравствуйте, это мы знаем. Или нет, или что-то типа того, я не помню, я не знаю. Короче, ладно, давайте еду, я не знаю, там, наверное, еда, животные, объекты, места, цифры и концепты. Так, а деньги чьи? Мне платить за это нужно, я здесь это бесплатно, все, призы, хорошо. Давайте начнем с еды, потому что еда это вкусно, а сейчас типа Новый год, а может быть нам что-то покажут новогодние японские блюда, и что-то типа того. Так, фрукты каждодневно, нихуя сейчас будут торты каждый день жрать, конечно, ага. А утенсилс? Что это утенсилс? А, это столовый прибор, скорее всего, овощи и напитки. Ну давайте начнем с фруктов, потому что фрукты полезные и не будем сильно, наверное. Так, старт, окей. Наши, хорошо. Это наши, что это наши? Это наши бока, это уменьшает, имеется в виду грушу, уменьшает наши бока, потому что они жирные, ее можно есть. Все, понял, наши. Ринго. Ринго, окей, ринго. Смотри, почему ринго? Это что, яблоко или персик? Это яблоко или полуспелый персик, что это такое? Допустим, что это яблоко, потому что почему ринго? Я буду пытаться найти какие-то, наверное, ассоциации, почему именно так назвали яблоко ринго. Типа, ринг это кольцо, а яблоко похоже на кольцо. Или типа ринг и вот кольцо. Это просто типа решили взять слово кольцо, пририсовать то, как оно выглядит, и просто левое яблоко. Пайнапуру. Окей, не знаю. Пайнапуру. Это я знаю. Там I have a pen, I have pineapple. Опа, пайнапуру. Все понятно, хорошо. Или это разные языки. Ладно. Нет, подожди, там корейский. Что-то я путаешь, ёбный рот. Там хайнэ пайнэппл, а это... Или подожди, какой там язык? Там японский или какой? Так это разные чуваки. Один танцевал, другой, блядь, про ананасы пил. Все, ладно, я все запутался, все спутался, потому что Новый год уже скоро, все в голове перемешается, нихуя непонятно. Так, пайнапуру хорошо запомнил. Оренджи. Оренджи. Ну, оренджи это типа оранжевый апельсин. Почти такой чувствую, побрили, блядь. Это щетина какая-то страшная. Это очень страшный щетинистый апельсин. Ему не хватает двух глаз и бутылки рядом, он похож на алкоголик. Ичиго. Поехали же. А ичиго. Ичиго. Почему ичиго? Ичиго это клубнику. Клубнику ичиго. Клубнику ичиго. Ну, это созвучно немножечко. Клубнику ичиго хорошо. Суйка. Что? Суйка. Суйка, куда? Куда суйка-то? Суйка в смысле чего здесь? Я понял. Я тебе объясню, почему именно так. Суйка, это имеется в виду, кто-то взял арбуз, пришел домой и говорит, папа, а почему, блядь, мой арбуз такой неспелый? Он говорит, вот те семечки, сука, суйка, суйка внутри семечки, то арбуз будет спелый. Потому что арбуз без семечек, он неспелый, а с семечком он спелый. Все понятно, суйка. Суйка, это имеется, это давняя притча, почему именно так образовалось это слово. Я понял, окей. Киви, ну это киви, ну это понятно, ну это киви. Киви! Это, скорее всего, буква В, да, в этом японском языке это буква В. Киви. Ну это слишком легко, не знаю, ну как можно не понять слово киви? Банана. Банана, и серьезно, блядь, в смысле, в японском банана как банана, так и есть банана? Серьезно, у нас банан, у них банан, это банана, тут банана. У него вообще, блядь, нет оригинальных названий каких-то. Банан такой скучный, слышишь, банан. И ведь главное, прикольно, на самом деле, на вкус, когда особенно когда сильно спелый такой, знаешь, вот он прикольный на вкус, а вот, ну, так что-то... Возможно, ему просто не нужно выделяться среди их овощей, а фруктов, поэтому просто... Я банан, и рад вас всех, я все знаю. Мне все знают, я вкусный парень, все нормально. Окей, банан. Сакурамбо. Сакурамбо. Так, сакура. Сакура. Это, наверное, нбо, это, наверное, цветок. Нбо. Потому что сакуранбо это цветок сакуры. Потому что, похоже, сакура цветет красным, а это вишня, да? Сакурамбо. Окей, ну, я понял, сакурамбо. Так, кудамона. А кудамона мне такое слово не гадать. Так это я понял, что это... Блядь, серьезно, 9 слов, я их уже выучил. Давайте попрактикуемся, давайте, хорошо. Наши. Что такое делать-то? Наши. Что?
А, окей, наши. Так, наши, я понял, но это наши бока уменьшает, хорошо. Щетинистый алкоголик, это оранжи. Хорошо, но это киви, ну киви, ебать, киви и так по-русски написано киви, все понятно. Так, сакурамба, это, окей, это семечко сакуры, все понятно. Сакурамбо. Блять, что такое, вот бананы, конечно, сложно пока что, бананы, наверное, отложим, потому что непонятно. Так, pineapple, apple, это все понятно. Суйка, 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 семечки сюда, к нам, окей, будем учить. Все ясно, суйка. Так, ичиго, 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 ичиго. Ринго, ринго это яблоко, потому что кольцо, круг и просто яблоко левое прессовали, чтобы вот хотя бы что-то было около этого слова. Так, ну банан, окей, методом исключения ичиго получается ичиго. Хорошо. Бля, ебать, практика комплит. Расширенный, давай посмотрим. Давайте. Бля, оказывается, японский язык какой легкий, я просто обосраться все выучил. А, таргет, сакурамбо. А, сакурамбо. Сакурамбо. Опа, киви, киви, киви. А, это киви, а где киви? Киви здесь нет. Нет киви, алло, что за наебалово. Нет киви, а по киви, хорошо. Киви. А, наши, наши, окей, наши Наси. Бока, наши бока пошли. Ки, в смысле? А, киви, киви, все, ждем киви. Ну, блядь, киви это слишком легко, вот киви, пожалуйста. Банан, банан ждем. Банана. Окей, банан. Пайнапу-пуру, пайнапу, а, банан, спокойно. Оранжи, это алкоголик, все, я понял. Наши, наши бока. А, киви, киви. А, ичиго, 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 ичиго. Это клубника, 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 клубника. Ичиго, клубнико, да, все правильно. Ичиго. Окей. Банана, блядь, банан сложно. Не знаю, банан, мне кажется, я не успею выучить в этот раз. Субараши. Почему 92? А, 92%, потому что я лохан. Да, бля, я думал, несколько подряд нужно выбирать. Ладно, расширенный. Все, прикинь, я выучил всю еду. Выучил японский полностью, обосраться. Все, я знаю всю японскую еду. А где это? Суши, роллы, где вот это вот? Это же тоже должно быть. А, ну хотя суши и роли, наверное, это несложно. Хорошо, поехали животных искать. А, подожди, ты там еще не все по этим-то было, по еде-то. Каждодневная еда. Нет, давайте по чуть-чуть, потому что я, ебать, только сожрал сейчас. Нужно немножко размяться и побегать с животными. Так, домашние животные, так понимаю, дикие животные, насекомые и экзотические. Давайте с домашних начнем, потому что это как-то проще. Старт, окей. Это отражение души этого хомяка. Моримото. Морумото, морумото, морумото. 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 Я понял, смотри, короче, прикол. А, это глаза, это нос, он такой типа недовольный. Но если понять вообще суть хомяка, если взглянуть ему в душу, то ты поймешь, что он, сука, злой и наглый, потому что вот, вот настоящая душонка, вот настоящее лицо этого хомяка. Он такой, сука, я все понял про тебя. Ладно, морумото, хорошо. Каме. Каме. Так, вот тут вообще логики никакой нет. А, камень! Ну, блядь, если логики нет. Сейчас бы еще логику не найти. Ну, каме. Каме это просто, типа, сокращенный вариант камень. Черепаха твердая, ее хуй сломаешь. Ты начнешь бить черепаху, она не дастся, потому что она как бы твердая. Панцирь у нее, сука, она тебе обратку еще даст. Камень. Хорошо, камень, понял. Неко. Неко, неко. Почему неко? А, неко. Не кот. В смысле, не кошка. А что это такое? И типа, это кошка или не кот? Неко. Почему неко? Я не понимаю. Не вижу логики в создании этого слова. Неку. Усаги. Хорошо. Усаги. Усаги. Окей, усаги. Усаги, да? Усаги. Усаги. Ну, усаги и что? Почему усаги, блядь? Почему усаги? Усы у него есть? Усов здесь нарисовано. Не, ну у кролика есть усы. Почему именно усаги, непонятно. Ладно. Токаги. Токаги. А, это тоже домашнее животное? Я, блядь, думал, это динозавр, нет? Или это... А, типа ящерица? А в Японии держат ящерица, наверное, потому что как бы я у нас особо не встречаю, типа. Они, конечно, есть, у них там террариум, они ползают в нем, ебать, греются на солнце, меняют цвета. Ну, такаги хорошо, такаги, допустим. Ину. Ину, ину. Это хохор. Ебать, у него хвост. Это этот покемон какой-то, да? Ину. Почему ину-то? Здесь вообще никакой логики нет. Логика какая в этих названиях? Ину. Главное, блядь, во всех фруктах логика есть, а в животных нет. Серьезно? Сакана. Ну, сакана какая. Плавает сакана. Ладно, сакана. Сакана это в смысле аквариум какой-то, да? Аквариум. Ну, практически сходится, ладно. Да как вас много-то? В смысле? Какая хамусута? Какая, блядь, хамусута? Хамуста. Хамуста. Какая хамуста? Если что-то здесь озвучивают, но, возможно, музыка будет паленая, хотя я не уверен. Поэтому, если вы не слышите, как она озвучивает, то, значит, музыка была паленая. Ну, тут... Хамуста. Хамуста. Окей. Хамуста. 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 А там-то, блядь, что было тогда? Подожди, там-то кто был? Номоко-номокото. Номоко-макото. Нет, не кота. Подожди, блядь. Не кота и кота. Ину. Ину это собака, все, я понял. Хасумасмута. Хасумасмута. Хамусмута. Хамуста. Хамуста. Ну, конечно, хамуста это хомяк. А тот, кто, блядь, был? Маузу. Маузу. Ну, маус это маус, типа мышь. Маузу. Маузу. Маузу.
Насу не трожь вас, зато сшибешь, она разобьется, пизды получишь мышь. Все понятно. Так, ну ладно. А вот это кто? Марумото. Это морская... блядь! Ну, Марумото. Марумото, понимаешь? Марумото. Марумото, потому что из моря, вот эта морда, морда из моря, морская морда, это морская свинка, блядь, морда из моря. Морда из моря, камень, это не кот, а кошка имеется в виду. Это усатый аги, вот это усаги, это то каги, я хуй знает, почему он, это вот тоже непонятно. Это сакана с аквариум, это хамусюта. Хамуста. Хамуста. Я хуй знает, почему так. И маус, маус, не разбей мой ваус. Все понятно. Давайте практиковаться. Это не сложно. Это совершенно не сложно. Это все очень легко. Так, хорошо. Маус, маусута. Сакана, сакана с аквариума. Хорошо, рыба. Сакана. Неко, не кот, не кот, не кот, не кот, а кошка. Хамусюта. Хамуста. Да? Хамуста, конечно, это хомяк. Так, мумора, морда из моря, конечно, морская Боже морда. Мосто. Так, усаги, усаги, это усы, это кролик, хорошо. Да что ж у меня, блядь, сегодня... Из меня летит знание, знания вылетают из меня, что такое? А, так, ину, ину, ну непонятно почему. Ину. Ину, типа, ину, ину, хули тебе надо, собака. Ты подошла на меня, смотришь, ину, хули тебе надо, это так имеется в виду? Так, камень. Камень и токаги, непонятно почему. Токаги. Блять, ну это просто, это гениально. Я выучил английский, ой, какой английский, на английский выучил давно, имею в виду, японский выучил прямо сейчас. Так, практикуемся практика, а давайте поиграем. Давайте, ебать, смешно, играем. А, камухани, камень, да сука. Что? Не понял. Камень, да сусука. Камень, а что это за слово тут? Ну это, блять, не камень, нет, это не камень. Токаги. А десута же что? Не понял, подожди, десука. Десука, что такое десука-то? Сакана с аквариума, да. Это типа имеется в виду, типа рыба. Это правильно? Типа, это правильно? Десука? Десука или нет? Да, это десука. Сакана. Да, 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 все, десутер, да. А, неко десука. Так, неко десука, это не кот, это кошка, все правильно, неко. Да? Хай, хай, привет. Хай и лай, ты понял? Это ложь написано. Вот видишь, просто букву забыли поменять. То есть лай, ложь, пиздеж. Так, сакана десука. Нет, это хитрая сука, это морда с моря. Это морда с моря, это не морумото. Он. Конечно, морумото, ну естественно. А, ину десука, ину десука тебе надо, да, это согласен, я это поддерживает меня. А, усатый, усатый, да, все правильно, усатый, да. А дальше что? Маусу. А маусу не трогай маузу, сука. Это маусу морская, но это не та мауса, которая нам нужна. Сакана. Окей, сакана, конечно, это сакан с аквариума. С аквариума, да, с аквариума согласен. С аквариума согласен, да. Токаге де сука. Нет, токаги, токаги. Токаги этот меняет цвет. Токаги, нет, это пиздеж. Это неко, неко. 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 Неко, конечно, все, пиздец выучил. Так, камень, камень де сука, да, камень де сука. Каме. Камень ебаный, да, хуй разобьешь. Токаги, токаги, да. Токаги. Токаги, конечно, согласен. Неко, 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 это в смысле, это тоже, конечно, не кот, но это нихуя и не кошка, это усаги, усаги, ебать. Усаги. Усаги-сан, да, усаги. Кто такой усаги-сан? Подожди. Кто такой усаги-сан? Ну, плюс 10, ну тут без проблем, сам собственно, без проблем. Так, ладно, давайте объекты будем учить, давайте учить объекты без проблем. А, мебель, шмотки, ванная и транспорт. А, давайте, наверное, все-таки мебель неинтересно, вот давайте, наверное, одежду. Одежду посмотрим, это будет поинтереснее. Так, старт. А как читать вот эти буквы? Вот это что такое? Хэр. Рейнкото. Рейнкото. Почему? Почему? Рейнкото. Типа греет кота. Греет как кот. Это созвучно типа греет как кот. Это плащ. Но плащ нихуя не греет. Непонятно. Рейнкото. Хорошо. Сета. Скета. Сета. 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 Почему? Почему сета? Сета. Сета. Нихуя не значит. Зубон. Зубон. А, зубон, в смысле, да, два зубона. Смотри, вот два зубона торчит. Если перевернуть, ну, хотя это передние два зубона, очень сильно похожи, да, вот это, есть передние два зубона больших, вот это передние два зубона. Это все логично, это зубон, понятно. Суника. 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 Суника сюда свою ногу, понятно. Суника. Суника сюда свою ногу и пойдем нормально, не пачкай их по дороге, все ясно. Тисяц. Что? Тисяц. Что? Тисяц. Писаться? Писяц. Кто писаться? Писяц. Тисяц. Писяц. Тисяц. Писяц. Не понимаю, это ночная рубашка, писаться в ней по ночам хожу я или что? Работает. Что? Тебукро. 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 Тебукро.
блядь, это перчатка. Как это тебекуро? Тебекуро. Тебекуро, допустим. One Piece. Что мне? Что мне еще разочек? One Piece. Мне не надо. Здравствуйте, я курьер, я вам кое-что привез. О чем? One Piece. One Piece передали. Хорошо. One Piece. One Piece. One Piece — это платье в горошек. Да не знаю, как это связано. Ладно. Что это? Кцы. Кцы. Так здесь одна буква еще есть, ты неправильно читаешь. Кцы. 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 Это, знаешь, это типа ты такой идешь по, я не знаю, по такой дорожке асфальтовой, ну лучше даже по брусчатке какой-нибудь у тебя каблучок есть такой, кц, 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 ну типа, кц, 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 я понял, все хорошо, кц, допустим. Босси. Босси, ну это босси, конечно, босс, это босс пришел, начальник, бля, потому что к начальству в шляпах ходит, нормальные люди шляп не носят, наверное. А это босс, босси пришел, зайк, босс. Босси. Босси пришел, здравствуйте, босси, здравствуйте, босси, и босси такой, здравствуйте, снимаешь шляпу, окей. Допустим. А нет, хотя сейчас ходишь в шляпах, да? Сейчас же модные эти шляпы, кепки, блин, как панамы ебаные. Как это называется? Ну, хоть здравствуйте. Раньше все в таких ходили, сейчас никто в таких не ходит, кроме начальника. Все понял? Все понял. Так, смотри-ка, практикуем. Так, тут я выучил, да? Это рень кота греет, как кота, сита, хуйта, непонятно, что это такое. Зубон, зубон, понятно. Синю, сиуника сюда свою ногу. Чичацу. Писаться. А, писаться, все, окей, это писаться ночью, я понял. Тебекуро. Тебекуро, ебекуро, акуро, акуро. Тебекуро. Ну, типа, ладно, курить вредно. Не об этом говорить. Так, ван писю. Ван пис. Ну и босси, здравствуйте, пришел, окей, я понял. Босси. Все, это очень легко. Я выучил все слова я нахуй выучил. Так, а суни-ка сюда свою ногу. Вам писю. Окей. Вам зубон, писи. Хорошо, зубон, штаны. Зубон. А, босс пришел. Босси. А что это они разложены по порядку-то? Так всегда было? Так всегда было? Тебекуро. 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 Рейнкото. Рейнкото. А, чичасю. А, писаться. Блять, как вы это слово выучить? Там совершенно по-другому написано. Вот есть слова, которые пишутся по одному, а произносятся совершенно по-другому. Какой писаться? Нам же не написано это. Ладно, давайте. А давайте поиграем, давайте. Так, а таргет тибекуро. А тибекуро, тибекуро. Акура, тибекуро. Окей. Вам писю. Вам писю. А рейнкота греет как кот. Рейнкота. Вам писю. Хорошо. Чичасусу. Писаться. А, все писаться. Кц, кц, кц. Я понял. Ван писю. А это платье, 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 платье. Где платье? Где платье? Подожди, где платье? Платье. Ван писю. Ван писю. Окей, суник сюда на руку свою. Окей. Сита. А, сита, это хуйта вот это, я понял. Рейнкото. Рейнкото. Греет как кот. Это плащ, 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 плащ. Плащ. Рейнкото. Тебекуро. Акурок, хорошо. Тебекуро. Чицацу. Писаться, окей. Чицацу. Омедетоу гозаймас. Еба, я выучил просто весь японский язык. Так, места. Бля, места — это сложно, цифры. Цифры не, а концепты. Бля, давайте концепты учить. Я просто не понимаю, что такое концепт в принципе, но давайте выучим его. А, цвета. А, цвета и геометрические фигуры. Это мне интересно. Вот хуй там. А, так, места. Что по местам-то? Позитионс. Страны. Натурально. О, давайте натурально. Это природа, да, натуральная. Натурал. Это природа, да, окей, натурал. Поехали там выучим. Давайте. Старт. Собаку. А, собаку хуй встретишь в пустыне. Конечно, конечно, все правильно. Где собаку? Нет собаки. Потому что собаку в пустыне не встретишь. Потому что в пустыне обитают змеи, эти ящерицы, камни, песок, солнце. Все понял, собаку. Собак там нет. Уми. 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 Ня. В смысле отпуск. Уми. Ня. Отпуск. Я на море. Все логично. Уми. Уми. Ня. Отпуск. Я на море. Ага. Кава. Кава, кава, кава. Не кава, а трава. Ну вот это ладно. Ошибка вышла, потому что, возможно, японский кто-то услышал слово трава. Потому что, о, чего, чего? Трава, кава. Трава, трава, кава. Кава. А, кава, кава, все, понял. Запомнил неправильно. Все, кава, трава, понятно. Докцу. Докцу. Что? Докцу. 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 Вообще никаких ассоциаций. Докцу. 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 И что, блядь, значит? Это пещера? Это пещера или дыра в земле? Что такое докцу? Докцу. Докцу. Я, блядь, даже что это такое? Ну, допустим, это будет яма. Пещера. Яма? А, Фудзи-яма. Ну, Фудзи-яма. Фудзи — это гора. В смысле, Фудзи, а яма — это, в принципе, гора. А-а-а, ебать, ты понял? То есть, получается, в японском языке слово «яма» означает не яму нихуя, а гору, понятно? То есть ты не можешь сказать в Японии, я шел по Японии и упал в яму. Тебе скажут, ты ебанутый. А, потому что в яму упасть, это получается взлететь. Ты же не можешь летать, ты же не ангел. Ну,
серьезно, даже не ангел Господень, в конце концов. Хули ты куда полетел? Так, смотри-ка, а получается яма, а Фудзи — это ее имя, название горы. То есть, понимаешь, а, например, гора Фудзияма. Ты, получается, говоришь, как дурак. Гора, яма, гора. Это получается, больше так не говори, гора Фудзияма. Просто Фудзияма, Фудзигора. Все, ну это понятно. В яму не падаем, в яму влетаем. Бити. Бити, ну бити — это бич, в смысле, пляж. Не сука, в смысле, а бич, в смысле, пляж. Это понятно. Казан. Казан. Казан, казан, в смысле. Казан — это, во-первых, блядь, для плова, во-вторых, это по-английски так Казань, например, пишется. А почему это, блядь, вулкан? В смысле, Казань на вулкане находится? Или как это? Почему это работает? Или, в смысле, это плов, блядь, взорвался? Ну, как бы, правильно, есть. Конечно, блядь, плов взорвется, потому что казан, блядь, он вот такой. Вот такой казан, во, вот такой, понимаешь? Если его сделать заукругленным, заустренным к концу, конечно, оттуда жар пойдет, пышет, пышет, и все, взорвется нахуй. Понятно, это не казан, это неправильный казан. Это я запомнил, хорошо. Так, море. Это не море, нихуя, это лес, ну ладно, стэн. Шима. Шима. Шима — это что, остров? Хакашима. Хукашима. Есть же такие, да, какие-то? Вот эти тоже у них, скорее всего, япон... Хукашима, Мамашима. Что-то остров такой есть. Возможно, Шима — это и есть остров, а Хока-Мока-Пока — это его название. То есть как яма, как Шима. Нихуя себе. Вот это да. Так, ну понятно, сак-собаку, собаку здесь не встретишь, у меня отпуск, трава кова, дукуцу в душе не ебу, яма, яма — это вверху, потому что гора, бич — это пляж, казан — это неправильное для плова, это не море, это лес, все понятно, Шима — это остров, все, ну блядь, это легче, чем, что было самое первое. Так, хорошо, казан, казан, ну казан взрывается, казан. Бля, они опять по очереди расположены, серьезно? Так, окей, кова, 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 трава. Давайте будем хотя бы честно, не по очереди раскладывать. Кова, трава. Вот трава, кова. Так, дыкуцу, хуй пойми, что это такое, но это пещера. А, хорошо. Море, море, не море, а лес. Собаку здесь не встретишь, значит, это пустыня. Собаку где не встретишь? В пустыне, все логично. А, уми, у меня отпуск. Где он? Вот он, у меня отпуск, хорошо. Щи, уебу сейчас. А-а-а, блядь, это бич, это пляж. А-а-а, ну да ладно, хорошо. Бити. У меня отпуск, отстаньте. А, яма, яма, яма — это гора, окей. А здесь Шима. Шима. Шима в смысле остров. Я понял, хорошо, адванс. Давайте расширим. Давайте поиграем, давайте, давайте, давайте играйте, давайте. Ах, ебать, это сложный тест. Так, это что такое? Это казан. Казан. Конечно, казан. Казан. Казан, конечно, казан, но потому что взорвался неправильно. Так, это море, это не море, нихуя, это не море, это лес. Море, вот. Море. Все правильно, согласен, выучил. А, нани де сука. Нани де сука. Нани, нани — это что, в смысле? Что это такое? Типа, нани де сука. Что это, сука, такое? Да, это Шима. Шима, 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 окей. Шима остров, да. Молчи. Так, опять казан. Ну, ебанусь, что ли? Ну, неправильный казан. Ну, видишь, он взрывается. Плов весь нахуй наружу пролетел. Так, это опять Шима. Шима. А может, другие слова, как бы, они повторяются стали. Так, это опять море. Блядь, туда-сюда три слова уходит. Море. Это не море, это лес. Я не постоял. Так, это у меня отпуск. У меня отпуск, да. А, так, это яма. Яма, но не яма, а гора. Нихуя, понятно? Яма. Это разница. Ну, я бы сказал, конечно, что, например, Япония находится на другом краю света, но как бы нет, они не особо далеко от нас, поэтому, как бы, если у нас яма, а у них гора, это нихуя не работает. Это надо на другую часть света пропиливаться, да? Возможно, это сработает. Хотя, подожди. Если взять глобус, где находится Япония? Если вот где-то от нас и пропилить насквозь землю, то мы окажемся где? Бля, наверное, это в Австралии. Нет, все, не работает теория. Так, нани де сука, трава кова. Трава кова, все хорошо. Кова, трава, да, все, я согласен. Нани де сука — это Шима. Шима. Шима, без проблем. А, казан. Казан. Ну, это неправильный казан, мы все выучили, все поняли. Ну, опять остров заебал, давай другие слова, ты я тебе все выучил уже полностью. Сукой. Сукой, конечно, сукой. Ну, нормально, адванс. Гипризит здесь есть. Еба, серьезно? Нека дэш гейм? Так, это прыгать надо, да? Да, это прыгать. Это есть такая игра, только она по-другому выглядит немножко. Там можно прыгать и внутрь, и вниз. Даже уже мне еще не вылетает. Я в такую играл, да. По-моему, даже на канале еще что-то похожее. Только там сложнее все гораздо. Опа! Там гораздо все сложнее, хорошо. Так, скорость ускоряется. Ебать, смотри, я получил знания в игровой форме. Я выучил японские слова. Сколько там? 9? 27 слов, наверное, я выучил. И еще мне дали за это в награду игру, ты понял? Тут нихуя себе японские выучил. Не, ну как бы теперь я в любом случае уже половину слов японских я буду узнавать, скорее всего, если где-то их услышу. То есть это без проблем, но это полезно. Ебать, как сразу резко. Что-то кошка за собой откладывает. Что там за собой откладываешь, кошка, спокойно. А куда они пропадают, там появляются, что за бред-то? Я так в эту игру могу бесконечно играть, если что. Бесконечно могу играть вообще. Не, ну это неправильно, должно все сложнее и сложнее быть, чтобы кликать и кликать, чтобы тыкать и тыкать. Это Неко Даш. А Неко, знаешь, что такое? Значит, такое Неко. Ха-ха, Неко, это не кошка, это кот. Неко, Неко. Это мы выучили, все понятно. Ебать, как много слов я знаю теперь по-японскому. Как много слов я в японском знаю. Неко. Ты понял, просто, блядь, оп, ну это все.
Вот теперь не кони, кошки, никого нет, все хорошо. Давайте на этом... А у меня 32 деньги. Гейм, судоку. Бля, как много игр. Как много... Еще можно музыки разные открывать, нихера себе. Бляха, прикольная игра, на самом деле. Прикольная игра, возможно, стоит еще раз в нее поиграть, потому что слов-то еще много осталось. Будем учить вместе, японский язык — это полезно, наверное. Интересно, наверное. Это пригодится, наверное. Ссылка на плейлист какой-нибудь в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, если вы трех следующих игрушечек, в следующих сериях, ну, либо где-нибудь еще. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.